Ну і тут якщо підфіналимся. Включаем подсветку. Не видно. О. Вот так видно. Может, похуй, давай, да. Что происходит? Там все равно не видно. Ред. Жду стрим. Понял. Да сейчас она не будет. Не будет орать. Надо запустить ее только. Это музыка в меню всегда так орет громко. Скорпион, я 030, подходим к точке. 030, там сбита пара радиохимической разведки, пробей. А мне надо погромче наоборот. Скорпион, я 030, понял. Ух ты, блядь. Да вы чё гоните? Гвардия, все ясно. Пока чисто. На ее
все, пока. Да все, 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 хорош. Ух ты, блин, ух ты, блин, ух ты, блин. Выстрелись. Блять. Сука. Суета. Да блять. Не тряси, блять. Разворот. Завершен, человек. Иди ко мне. Блин, громко. Как ты заебал. Скоро исполнится. Иди ко мне. Твой путь завершается. Иди ко мне.
один. Охуенно. Человек, иди ко мне. Этим похую вообще всем. Похую говорю. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Человек, иди ко мне.
Твоя цель здесь. Иди ко мне. Блять, да господи. Каждой текстуры сейчас нахуй испугаюсь. Ой, блять. Ой, блять. Твой путь завершается. Иди ко мне. Это мне вообще не нравится. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Пришло время. Я вижу твое желание. Да уже все, некуда, тише. Это самое тихое. Осуждаю! Ну что, когда капельки начнешь стремить? Я собака. Ты че, дебил? Я собака. Казики, блядь. Пёс, блядь. Куда её тише сделать? Вот, блядь. Всё, это минимум. Это концовка игры такая, если чё. Ты обретёшь то, что... Вот так вот, заебись! Охуеть! Осуждаю такие донаты. Твое желание. Это вообще не. Откуда ты его вообще такой достал? У меня таких нету. Блять. Полутаться надо. Ага. Пришло время. Пацаны. Я вижу твое желание. Мое желание, блять, это пожрать вкусно. Блять. Никого? Блять, как тут заебало, хуячит радиация. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Иди в пизду. Так, ну сейчас очко будет прям лютое. Так, вот так вот. На всякий случай. Пришло время. Я вижу твое желание. Так, это... Я выполнил, но мне не сюда. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Меня самого уже чуть-чуть подзаебало. Просто я вход не могу найти. А вот он. Блять. Я вижу твоё. Да блять.
Да, это самая сложная часть игры. Босс-лестница. Ой, блядь, сейчас плохо будет. Вознагражден будет только один. Все, пока, пацаны. Фу, блядь. Все, не так громко. Ой, блядь. Пиздец, все срисовали нас мужики. А ты еще и не подписан был, ну и пиздец. Охуенно. Блять, но она медленная. Так не вижу. Хорошо, они тут без гранат еще. Нихуя он сальтухи ебанул. Ну, блядь, нихуя. Да кто там? О, блядь, сука.
Блять, нихуя не вижу. Ой, блядь. Еще. Бля, как ты заебал. Я... Ты еще живучий. Ты еще вообще пиздец какой живучий. Чего, блядь? Ты пошла ты нахуй. Блять! Сделай свою короночку, я куку. Сиди в очко со своей короночкой, нахуй ты меня так пугаешь. Кукушечку, блять. Совсем что ли ебанутый? А кто тут живой? В жопу тебе. Да, инвентарь вообще охуительный. А что, я не побил? Опа. Не, ну тушеночку. Где он? Ну возьмем. Блять, я пульс спустил. Он на похуй. Тут знаю, есть что-то. О. То, что надо. Блять, страшно. А тут еще одно. Это моя? Теперь моя. Это тоже моя. В смысле? Лови. Блять!
костюм пиздец. Нет. Ага, я ходить в нем не могу. Так тоже. Какая будет следующая игра? Следующая? Да если она будет. Вообще вторая часть Сталкера. А если со следующего стрима, то должна быть Форза, потому что новый сезон. Так, сейчас я себя чуть потише сделаю, а то там шумы лишние ловит он. Ну и где ты? Где-то один перец сидит сейчас. Напугает меня, как обосрусь нахуй. Уж не встану. Фу. Так, тут ничего не надо. Да ладно, тут ничего не нужно. Блять. Ты любишь, когда потные волосатые мужики обмазываются маслом. Люблю. Особенно, когда маленькие потные волосатые мужики обмазываются маслом. Блять, я теперь понимаю, почему донат высокий нахуй делают. Особое информационное поле – ноосфера. Она тесно связана со всеми разумными существами на планете и хранит все их мысленные образы. Мы решили подключиться к ноосфере и внести в нее изменения, убрав все темное, привет, что породило человечество, сделать идеально. Наш человеческий разум не обладает достаточной мощью, чтобы взаимодействовать с ноосферой. Поэтому мы объединили наши сознания. Вадим, привет. А что такое зона? Почему она возникла? Зона – это результат вышедшего из-под контроля эксперимента с ноосферой, информационным полем Земли.
Мы собирались подключиться к ноосфере, чтобы исследовать возможность влиять на нее. Однако во время эксперимента произошел сбой, и энергия... Сейчас пауза. Я надеюсь, ты не найдешь этот донат. Это там вообще кошмар. Их причем два есть. Нет, есть третий, но он 5000. Там ужас. Я сразу нахуй офнусь. Есть два, но ты не должен их никогда в жизни найти. Они прям бан нахуй сразу. Геносфера хлынула на Землю, меняя все вокруг. Так образовалась аномалия, которую вы называете зоной. Нет, ты еще не до конца понял, почему. Че? Это к чему? Они долго, блядь, приходят, если что. Потому что алерт лагает. А что со мной произошло? Ты выпавший из механизма винтик. Во время одного из походов к центру зоны ты слишком близко подобрался к нам. Наша защита от проникновения считалась совершенной, но тебе удалось найти путь, о существовании которого мы не подозревали. Допустить, чтобы нашу тайну узнал кто-либо еще, мы не могли. Человечество пока не готово узнать правду о причинах появления зоны. Поэтому мы немедленно стали кодировать наших агентов на твое уничтожение. Да, я лучше пониже его сделаю, а то я экран не вижу. Оборудование дало сбой, и мы не заметили, что ты сам оказался в числе сталкеров, которые попали под наш контроль. В результате ты получил задание убить самого себя. Что означает татуировка? Сталкер — это название программы по кодированию человека на выполнение определенных задач. На подходах к центру зоны мы расположили несколько пси-установок. Чей, сука? Байтишь на донаты. Нет. Все, кто пытается пройти к центру зоны, попадают под наш контроль. Не пытайся, я не хочу. Затем они проходят кодирование, становятся нашими агентами и получают татуировку «Сталкер». Рассылая их по зоне, мы влияем на ход событий и обеспечиваем свою безопасность. Ты уже сегодня один въебал, мне хватит. Это транспорт, которым мы доставляем наших агентов в разные части зоны. Агенты внедряются в среду сталкеров и выполняют задачи, на которые они были запрограммированы, даже не подозревая об этом. К сожалению, более половины агентов при транспортировке погибают, так как зона очень нестабильна. Так, почему все здесь произошло? Чернобыльская АЭС была наиболее подходящим местом для наших экспериментов. Во-первых, после аварии 1986 года здесь осталось очень мало людей, поэтому мы могли работать без опаски. Во-вторых, станция обеспечивала нас энергией, необходимой для работы установок. В-третьих, рядом со станцией находились мощные антенны, которые использовались в экспериментах по воздействию на сознание людей. Так, катастрофа — это тоже ваша работа? Нет, мы здесь ни при чем. Наш эксперимент начался уже после аварии на Чернобыльской АЭС. И что дальше? Что будет дальше, зависит от тебя. Зона медленно, но неуклонно растет. Наших сил едва хватает на то, чтобы сдерживать поток энергии ноосферы. Ты можешь присоединиться к нам. Наши силы возрастут, и, возможно, мы сумеем взять его под контроль. Ты можешь уничтожить нас. Тогда энергия ноосферы беспрепятственно потечет в зону. И к чему это приведет, неизвестно. Во второй части увидим. Благо, я ее уже купил. Осталось подождать, когда она выйдет. Эй, опять тут фонит. Он прям передо мной появляется.
Охуительно. Ты иди в пизду. Да, да. Стреляй. Ты что, дебил? Дебил. Ух, блядь. Погоди. 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 Ебать, он... Все? Блядь. Ага. Ага. Так нечестно. А где ты? Опа. Ты что, больной? Ты что, охуел? А что у нас в карманах? Блин, не тряси. Привет, Слав. Вот самое мощное, блядь, оружие в игре. Где еще один? А. Вот и все. Ну так, про запас. Не, ну тут есть. Нормально. И вот такая вот. Опа. Жалко, я бегать не могу. Так, все. У меня почему-то все блокирует. Граната не дура. Ну тут уже не нужна просто. А вот я дурак. Я дурак! Так они не появляются внизу? Надеюсь, нет. Опа. Показалось.
все. Все тут появится. А, вон он. Блять. Иди сюда, долбоёб. Но вовремя ты потрястись захотела. Ладно. Да нихуя тут не просто, блядь. На нахуй. Ну что это? Ну, я знаю, вот тут вот еще. Вон там вот броня лежит. Просто это недоступный для игры предмет никогда в жизни. Блять. Так, надо вспомнить, где еще какой-то пиздец. И лучше перед этими мне сохраняться. Ага. Бля, когда уже вторая часть? Так, хочу вторую часть. О, блядь, вспомнил. Такая душнота. Что у тебя? Блять, может она целая? Ну такое. Ладно. Еще в говне положусь. Так, у тебя что? Целая? Нет. Ну тогда идите в пизду оба. Ебать.
Блять, он даже не прыгнул, я уже насрал. Ебать. Не надо. Блять! Так, подожди, мужик. На, блядь. На, сука. На, блядь. На, брейкдансер ебучий. У, блядь. У, блядь. Танцор ебаный. Совсем уже хуели. Чё? Что сказал? Ладно. Такому бою. Какому еще бою? Кто это? Пиздец. Угу. Ебаться нахуй! Ой. К бою, блядь. Иди к своему бою. Чуть не сказал. Банворд. К бою, блядь. Осуждаю, чё ты? Блять, ненормальный. Чё происходит? Не стреляй. Ща, погоди. Ты где? Все безопасно. Тут ходит. Он тут. Иди, блядь, к бою. Ну, ты серьезно, припизда. Так, так. Ага. Блять. Ага. Нет. Это... Блин, как будто сам там прыгнул. Да, я ж не допрыгнул. Серьезно, как будто сам прыгаю. Да не тряси ты, блядь. Сейчас. Все, идем. Угу. Понимаю. Я тебе, блядь, сейчас стрельну нахуй.
нормальный? Блять, это откуда вообще было? Понял, сейчас потрясет. Дальше пойдем. Откуда он стрелял? Баганая игра. Ой. Ой. И откуда это чучело стреляло. Не тряси. Блять, я его вижу. О, блядь. Блядь, иди нахуй. Че долбоёбы, блять, я чуть не умер. И в игре, и в реале, блять. Блять, у меня аж руки заболели. Гандоны, блять. Кто, блять? Ёбище, блядь. Давайте еще у меня въебите. Бля, вот тут вот вообще пиздец будет. Сразу нахуй эту... Ну только, блядь, не опять. Не вижу. Так, вроде нормально. Сейчас опять уебок въебет мне. Живое? Поживее. Оставим. Нахуй. Подожди, а урон? Так, точность. Блять. Повреждение. Блять, ну. Так, тогда.
этой. Ну так-то понял. Суки. О, блядь. Где? Да не стреляй! Не надо! Сейчас. Блять, броня. Хуя ты, блядь. Толстая, блядь. Он живой. Ага, ходить хуй. Ходить хуй. Все жрать нахуй. Вот это сожри. Все, ходить можем. И бегать тоже. Что это было? Блять! Ну, в принципе, это походу все. Меченый. А, нет, не все, нихуя. Помер? Не вижу. Блять, ну что ж ты трясешь там? О, блядь! А что случилось? Кто попиздил? Блять, сука, я не могу. Да не тряси ты. Блять, что? О, блять. Блять. Еще, блять, потряси нахуй. Я тебя вижу, гандона, блядь. Понял. Мать. Еблан.
Что за пердеж был? Блять, блять. Блять, она заклинила. Блять! Понял, потряси, потряси. Блять. Ой. Ай, иди нахуй. Ой. Блядь. Он испарился, блядь. Миша. Да. Блядь. Что там? Почему она не включилась? Блять, иди нахуй. Всё, блять. Блять. Это еще голосовуха? Да блять. Все. Прекрати, блять. На, блять. Да вы че гоните, блять? Дайте жить. Так, давай тут. Куда ты, блядь, стреляешь? А как вам пройти? А. Там...
Так, так. Вот мостик. Вот отсюда надо. Опа. Блять. Сорная охота, блять. Кто нахуй такой богатый, блять? В смысле? Куда он делся? Блять. Понял. Сейчас погоди. Да ты что, ёбанулся? А ты куда? Блять! Сука! Что это? Да блять, ебаный дядька потусторонний, блять. На куканере, блядь. Давай, попробуй дойди, блядь, на мастере. Сука. Я что, знаю, где они по скриптам заспавнятся? Ну, знаю, но не всех. Да, он ушел, блядь. Ага. Один текстурками балуется. Второй пенисами во рту, да, Кирилл? Хватит уже, прекращай. Взрослый пацан. Ага. Сука, ебалан. Блядь, грыжаных нету. Блять, давай меня какую-нибудь из этих она заебала клинять. Ну конечно. Вадимка, а, Вадимка? Даже разрешу это, чтоб все видели. Вот так, нахуй, на нож. Конченые, блядь. Хотела чисто втихушку, блядь, записать концовку. Сука.
сука, закончилось. Блять, тут еще голоса какие-то на фоне. Я не знаю, правильно я поступил или нет. И, наверное, никогда не узнаю. Но я сделал выбор. Надеюсь, он был верным. А голос-то как у Артема из метро. Все, нас телепортнуло в меню. Да, это концовка. Правильная. Истинная концовка. А хочешь прикол? Кирилл, ты смотрел трейлер Сталкера? Там еще мужик такой, типа, с волосами. Там говорит, типа, надо защитить зону и что-то такое вот. Ну, в черном таком костюме и длинные волосы темные. Блять. Ладно, все. Для Ютуба тогда видос закончу. Все, ютубчик, давайте подписывайтесь, ставьте лайки. У меня игра сама выключилась. Все, пока. Она вылетела, кстати.